И снова мы на канале Булаточка Marketplace. Уважаемые наши подписчики и просто желающие люди посмотреть наши новинки. Сейчас мы разработали новый переходничок для новых моделей 11.0.6, которых уже у нас люди много приобрели, а также для этих знаменитых коробок, которые дают возможность включать повышенную и пониженную скорость, и имеются вал отбора мощности, который включается-отключается. Вот такой переходничок, который дает возможность всем, у кого есть предыдущее навесное оборудование, использовать его. Здесь выходит вал диаметром 19 мм под шпоночку. Сейчас я вам покажу, как он устанавливается, и вы все поймете. Ждем ваши советы, заказы. Как всегда, у вас есть возможность нам сказать, что мы делаем так, а что не так. Сейчас я с помощью народного инструмента посажу все на место. Затем это все фиксируется болтиками. И мы видим, что у нас сейчас выход идет под вал, под шпонку. Это особенно касается тех, у нас очень много вопросов, все хотят шкив. Мы им говорим, шкив сюда поставить невозможно. Используйте, пожалуйста, свое навесное оборудование, свои косилки, ставьте сюда шкив, выводите угловой редуктор. И, пожалуйста, пользуйтесь косилкой, помпами, ну, по сути дела, всем чем угодно. Сейчас мы вам продемонстрируем. Вот оно находится в зацеплении. И вот оно вращается. Ждем ваши заказы. Этот переходничок можно приобрести у нас на сайте. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал.